Всем привет! Вторник, 31 августа, и я бегу на работу, как всегда, опаздываю. Но ничего, сколько раз я ждала этот автобус, пусть меня один раз подождет. Сколько можно, правда? Вот, сегодня, ребят, мой последний рабочий день. Представляете? И я ухожу в отпуск. Я специально взяла отпуск 2 недели. Именно тогда, когда мой сын идет в 1 класс, чтобы помочь ему проводить, показать, в конце концов, где школа вообще находится. Вот, отвезти, забрать, чтобы не было сразу. Отпустил, иди, сам ходи. Вот. Так, ребят, ну все, я на работе. 31 число все еще, да? Так вот, сегодня у меня столько дел, вы себе даже не представляете. О, Господи, завтра же 1 сентября. И я, как всегда, со своей работы не совсем готова. Поэтому сегодня еще кучу всего дел надо всяких разных переделать. Таких, как записать сына к парикмахеру. В последнее время что-то это сложновато сделать. Поэтому, возможно, мне придется самой постричь детей. Пойдут у меня красивые, сама постригу. Представляете, да, как это может быть? Но я попробую все-таки записать к парикмахеру. Ой, потом надо немножко еще посмотреть рюкзак для первоклассника, потому что такой, какой у нас есть, мне не очень нравится и сыну не очень нравится. Вот. Потом надо съездить, так как у меня не было, просто не было времени во время работы или вечерами. Были вечера настолько забиты, что вообще не до магазинов, не до, вот, не до стрижек. Ну, там были важнее всякие дела, да? Вот. Поэтому... Сегодня, 31-го, я буду просто бегать, все это делать. Ну и еще плюс от этого сегодня еще и на работе дофига чего делать. Поэтому день начался замечательно. И я уверена, что я все успею. Главное, что все четко спланировать, тогда все будет окей. Ладненько, все, пошла работать. Так, последний день перед отпуском, и вот такая вот штучка, представляете? Видимо, детки тут фломастером порисовали. Сейчас буду пробовать это очистить. Не знаю, справлюсь ли я, или же придется вызывать какую-нибудь химчистку. Смотрите, что. Так, и потом еще будем чистить вот такой вот столик. Тоже девочка. Видимо, очень много рисовала, занималась тут. Ну ничего, мы справимся. Вот так вот. А, еще, видимо, тут художница, что ли, жила маленькая. Потому что, ну так, телевизор, наверное, не будет видно. Короче, он такой заляпанный. Кошмар. Ну ничего страшного, сейчас все сделаем, потом покажем результат. Так, диван чистится, но очень медленно. Краска фломастера уходит. Столик у нас белоснежный, получилось его очистить. Он тоже был в маркере. И стульчик тоже был в маркере. Я говорю, где жила юная художница. И стол, за которым она чаще всего работала, тоже удалось отмыть. Так что все окей. Да, хотела вам красиво посмотреть на вас, что-то не получается. Ладно. Доброе утро, мои родные люди. Прикольно. Вот здесь мне надо видео записывать. Отличное зеркало, стульчики. Вот мой сегодняшний лук. Такая вот я сегодня. Класс вообще зеркало. Нужно тут вот так вот. Так. Ой, что я вам показала, не знаю. Извините. Смотрите, какая у меня сегодня майка. Бам-бам-бам-бам. Тин-тин-тин-тин. Отличное место для того, чтобы записывать видео. Ну, буду здесь записывать. Все. Вот, еще раз показываю вам мою рабочую маечку. И как я выгляжу сейчас. Так, тут у меня модная сумочка. Поэтому вот она я.
здесь сегодня. Появилась у меня немножко талия. Ой, ладно, все, работаю, не отвлекаюсь.